Попалили внутри, пожалуйста, к Андрею. Курица отдыхает. Пожалуйста, Андрей. Все. Вот здесь ниже садись. Он же ниже, чем? Рукой пили. Нет, там что-то. Рукой пили. Чуть бросаешь назад. Какая семерочка? Так, что-то ушли. Так, Сырву, пожалуйста. Сырву, пожалуйста, покажи три раза этот прием. Раз, голова, два, за ручку. Оп, хорошо, раз. И вот как головой, но не очень похоже. Так, раз, голова, руку. Вот ты его сразу, да, руку. Два. Смотри, ты стоишь, Влад, стоишь, у тебя здесь рука. Возьми ручку, вот здесь вот держи, тогда ему будет легче и тебе будет падать. Раз, чуть-чуть ему дай руку, вот. Так. Хорошо, ну надо тренироваться еще. Влад? Нет, уйдите. Тебе, Андрюшенька, ты высокий, ты все время стоишь прямо. При некоторых бросках ножки чуть пошире, чуть пересесть. Пожалуйста, Гурдужа. Вот. Да, покажите, как вы поступово будете бросать. Нет, вот здесь, вот здесь. Вот здесь. Как вы поступово будете бросать сегодня? Кто там говорил, будет тренироваться? Раз. Хорошо. А так я не слышал, как бросок пошел. Опа. Достал. Нет, еще раз. Я назад чуть-чуть не так. Вот это хорошо. Шесть. Нормально, все пока сошли. Пожалуйста, кто у нас первый начинал? Или всех? Кто там бросал? Я бросал. Значит, Сашенька, давай, Саша, давай. Следующий второй же готовый. Следующий после Юрия. Пожалуйста. Сашенька, приседай, приседай. Нет, ты убьешь его так. Делай хорошо. А ну падает. О! Семь. То же самое быстрее будет еще лучше. Руками коснулся. Все, не могу больше дать. Семь. Пожалуйста, Миша готовит. Вот как второй раз делал, да. Пожалуйста. Чуть вперед. Раз. Два. Скажи, что ты дальше стал, тогда легче будет бросать. Руку. Так. Пожалуйста, следующий готовит. Тройка. Вы делали, да? Все вы отдыхаете. Да, ну максимум. Так. Не спеши. Поделай спокойненько и все. Получится. Все, даже не надо будет. Чуть-чуть далеко от него. Далеко. Чуть-чуть длиннее, подойди поближе, это за счет веса. И туда, больше, да? Спасибо большое. Я получалось лучше. Пожалуйста, Влад. Готово? Да. Пожалуйста, три броска, потом ноги. А что ты сидишь? Лясы точишь, блин. Щиток он одел и все, блин. На голову один. Пожалуйста. Раз. Ручку. Ты ему сам ручку туда, не держи эту захват, чтобы он мог взять голову отсюда. Убирай руку больше. Вот. Видишь, хорошо, только постарайся чуть-чуть руку еще убрать. Молодец. Раз. Голова. Вот. Восемь. Молодцы. Ушли. Игореша. Сюда. Да, Андрюша,
перейдите туда, потому что камера снимает, ты как бы не сидишь, ты лежишь. Не замечательно. Пожалуйста, коллега. Раз. Вот отсюда. Вот. Значит, надо присесть ниже. Нормально, уже есть движение. Спокойненько, не спеши. Раз. Голову. Пришли. Так. Сейчас получше. Стоп. Назад, да. Чтобы не попадешь. Хорошо. Раз. И вот. Здесь на голову, ты, голова должна жестко быть, как шея, одно целое, чтобы он как бы от головы уже отталкивался. Хорошо, семерочка. Так. Разогревайся. Так, на ковер выходит Сырбуту, Дроник Бурдужа. Борется? Да. Так. А здесь пойдет Саша и Лили. Дайкона? А не ушел. Нет. А можно нас с судьей Дайкона? Нет. Завтра будет. Эй, завтра я хочу сегодня и завтра тоже. Ну как хочешь. Будет интересно. А так 50 раз тоже не интересно. Говори Бог. Внимание, дальше. Что ты стоишь там разговариваешь? Я жду. Ждешь, ты давай разбирайся. Ты еще плохо разомнешься, они тебе по 30 бросков будут делать. Готовы? Остальные уже готовы. Готовы тебе шорты уже. А что, э? Да, шорты вышли. Я у меня дошел. Я ранен. Все это реализованы.